По-русски это будет симулятор, обыкновенный. Просто фашисты не хотели ходить в детский садик. С малышами иногда такое бывает. Мам, они здоровые, это бесплатные. Да, доктор творит настоящие чудеса. Смотри, смотри. Ой, браво, браво. Я, дедушка Мороз, тоже, когда был малышом, не хотел ходить в детский сад. А потом захотел. Наверное, когда в школу пошел. Да. Так. Ой, какая сложная конструкция, ребята. Доктор Айболит идет на мировой рекорд. Давайте посмотрим. Раз, два, три. Браво! Есть олимпийский рекорд. Браво, великие мотики. По-научному и по потапчике. Ну, ты что, внученька, у пикиботиков очень строгая диета. Они в день съедают 100 килограммов капусты и морковки. Вот это гипотам. Сейчас доктор проведет обследование, и мы узнаем, что с ними случилось. Меряем температуру. Температура нормальная, 36,6. Послушаем. О, нет, все нормально. Да, и сердце, и дыхание в порядке. А вот в чем все дело. Доктор подозревает, что бегемотики забывали почистить зубки. И из-за этого у них разболелись животики. Ребята, вы не забывайте почистить зубки. Ой, Бармалей, ну кто же так чистит зубки? Ребята, покажите Бармалею, как чистят зубки. Так, покажите. Вот, вот как ребята показывают. Так, чистим зубки. Почищены. И теперь пикипотики здоровы и готовы с нами поиграть. Интересно было бы сыграть с ними в прятки. Они такие большие, их было бы легко искать. Да, зато когда они будут водить, искать тебя они будут очень долго. Ребята, пикипотики занимаются спортом. Они играют в футбол. Смотрите. Молодец. Выход один на один. Мяч отбит. Браво. Браво. Браво пикипотикам и главному тренеру. Давай, Марина. И не только ногами, но даже свежие, вычищенными зубами. Дедушка Мороз, а я сочинил стихотворение про бегемотика. Можно расскажу? Расскажи, мой друг. Зайцы прыгали в болото, подружились с бегемотом. Очень добрый бегемот, у него гигантский рот, очень маленькие ушки и большой смешной живот. Какое смешное стихотворение! Ребята, смотрите, бегемотики захотели поехать в паровозик. Браво! Браво! Я даже молодец, попахло бы я вот так. Ребята, смотрите, пикипотики выучили для вас танец.
танец маленьких утят. Красиво! Большой стал. Но только что-то уж совсем на тебя не похож. Я на тебя не похож. Вы не хотите. Молодость. По характеру. Кудряшок. Рубик. Иди поздоровайся с Дедушкой Морозом. Здравствуй, Рубик. Что он сказал? Он французский не понимает. В общем, у меня педагога родился за границей, а там русскому не учат, а за границей Солнечной системы. Ладоченька, не присматривайся. А куда-то он направляется? На подвиг идет. Вот двигает сейчас трибуны и перевернет вместе с детишками. Вот у меня герой. У нас получилось не пройти Робику через нашу защитную стенку. Уберите ладошки! Что такое? Ладошки уберите сейчас! Давай, Робик, иди сквозь стенку! Что такое? Баба Яга, а он у тебя на добрые подвиги спас. Подвигается сейчас. Он же танцевальный кружок посещает там сюда на Альфе Центавре. Давай, кружок, танцуй, не подведи бабушку. Come on, baby. Саня, смотри, что ты видно. Красиво, как танцуем слот. Наклон назад, наклон вперед. Теперь красиво, как танцует бегемот. Вот такое сотвори и все сначала повтори. Запомнили? Я не запомнила. Ну что ж, тогда вместе, дружно и... Руки вверх, руки вниз, усадьбы по руку. Красиво, как тут бегемот. Вот такое запарить. Все сначала, покорить.
Иду к вам, всех вижу. Танцуем от души. Замечательно танцуете с душой. Все молодцы! Один пить молодец! Просто много, а толку нет! Давай танцуем, что ли? Не последний раз! Ты будешь разобраться? Давай так молодцы! Ой, ты кого это поймал? Ты кого это пульнул? Ты родную бабушку пульнул? Как ты пульнул? А вы, малодушный шалов, похитили, держи! Мама, я так, как же так? Это есть наша мечта, заветная! Шарику Мушкина, кубинец! Мы в заветной мечте мы сейчас и повидаем! Внимание, внимание, всем, всем, всем! Угнан воздушный шар, похититель Люка! Она же лохматая и вся остальная банда, то есть команда! Побеги! Заворачивай! Заворачивай!
спасибо, друзья, я спасся. Спасибо, ворон. Спасибо. Спасибо всем, друзья. Спасибо. Папа, я же тебе уже объяснял. На чужих крыльях мечты далеко не улетишь. Зато вот добрые сказочные герои уже выбрали, кто будет от них участвовать в этом состязании. Только, ребята, этот герой очень маленького роста. Вы же знаете, как сложно, когда ты маленького роста, правда? Поэтому, друзья мои, будьте осторожнее, не наступите на нее. Ну что ж, состязание продолжается. А вот и она, дюймовочка. Когда наступает утро, просыпаются цветы, цветы друзья дюймовочки. Какая неожиданная встреча! Дюймовочка встретила принца эльфов. Thank you.
может летать выше всех на земле. Как
Как результат узнать? Аплодисмент, в ремонт сдавать надо. Ребята, а давайте вы нам скажете, но только дружно, кто победил? Ну-ка, кто победил? Фубяки? Нет! Добряки? Да! А может, все-таки фубяки? Нет! Нет, победили добряки. Да! И правда, заведчик не на олимпийской елочке получат добрые сказочные герои. Лучше скажите, теперь-то вы поняли, что в любых состязаниях побеждать нужно честно. Пытаются. Пытаются. Дедушка, да. Но ведь они же старались. Да. Сделали много красивых трюков. Подарили нам много улыбок. А давайте мы арбитр спросим. Ребята, как вы считаете, фубячи старались? Мы можем их оставить на празднике? Да! Ну, раз ребята разрешают, оставайтесь. Друзья мои, наступает самый волнующий момент. Сейчас мы с вами будем зажигать огни на нашей елочке. Но ведь год, наступивший, у нас необычный, олимпийский. Значит, и заклинание новогоднее будет необычным. Запоминайте. Раз, два, три. Олимпийская елочка горит. Запомнили? Да. Ну тогда вместе дружно и... Раз, два, три. Олимпийская елочка горит. Ура! Засияла елочка огнями разноцветными. А значит, не год наступивший, добрый да ласковый. И вот вам, ребята, мое новогоднее напутствие. Есть только один прибор, который никогда не ошибается, который точно знает, где добро, а где зло, где правда, а где ложь. И этот прибор – ваше сердце. Доверяйте ему, оно вас никогда не подведет. Подожди несколько минут, потому что мы с ребятами должны сделать еще одно доброе дело. Ребята, вы готовы мне помочь? Да! Дело в том, что сегодня, 7 января, завершается новогодняя сказочная Олимпиада Деда Мороза. И я хотел бы, чтобы вы помогли мне поблагодарить людей, которые долгие месяцы делали это шоу.